любви. И мне кажется, что Бах очень созвучен этому монологу. Да. Я очень боялась испортить музыку. Вы очень точно дали ноту вначале. Ну, скажите, как вам игралось вместе, вот в этом дуэте? Мне очень понравилось играть с Галкой. Очень понравилось играть, да? Это было здорово. Вы знаете, Дарья, что слово «концерт» переводится как «состязание» с латинского языка. У меня были такие чувства, что мы с Елисеем друг друга как будто бы подзадоривали. Я очень благодарна Елисею за поддержку. Подзадоривали друг друга, да? Но то, что им было хорошо играть друг с другом, я поняла еще, когда мы за кулисами стояли.